А в Северодвинске удалось задержать телефонных мошенников. Их жертвами становились доверчивые пенсионерки. Злоумышленники, представляясь сыном либо внуком, сообщали женщинам, что стали виновниками ДТП и нужна крупная сумма – до 500 000 рублей. Для убедительности в разговор вступал еще один человек, якобы полицейский. Деньги у доверчивых бабушек забирал курьер, но только после этого пенсионерки обращались в полицию. Оперативники задержали двух ранее судимых жителей поселка Оксовский Плесецкого района и 36-летнего северодвинца. Были изъяты вещественные доказательства, соответственно, телефоны, сим-карты, с которых проводились звонки, и банковские карты, на которые переводились денежные средства. В настоящее время ряд уголовных дел объединен в одно производство. Предварительно установлена причастность задержанных к совершению как минимум 6 преступлений.